Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Хочешь ноутбук помощнее? Приходи в ломбард «Титан» и выбери современный. Ломбардтитан.ру. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Только чудом избежал нескольких ДТП пьяный водитель Volkswagen Golf. Активисты его заметили возле бара на улице Молодой Гвардии. Уже там, на парковке, мужчина лишь в последний момент ушел от столкновения с машинами. Еще опаснее было на большой дороге. Алкогонщик, что называется, цеплял обочину, заезжал на бордюры и мог спровоцировать ДТП со встречными автомобилями. К счастью, водителя вовремя остановили сотрудники ДПС. Кадры задержания изучил Сергей Пичугин. 932 универсал, темно-синий, темно-зеленый. Где он? Активисты ночного патруля передают инспекторам информацию о водителе Volkswagen, который выехал от бара и за 2 минуты мог попасть в ДТП не менее 5 раз. Ага, вижу, вон она, первая, вон она. Уступайте нам. Вон, что попало дело. Не будет подчиняться, наверное. Право останавливаемся. Не будет подчиняться. По словам общественников, с такой манерой вождения водитель вряд ли бы доехал до дома. Добрый вечер. Старший инспектор спецбатальона Виктор. Душу, мотор. Да, все понятно. Выходим из машины. Все было понятно даже без алкотестера. Водитель сильно пьян. Ножи, кассеты, пистолеты. Имеете с собой? Документы имеете с собой? Несмотря на все свои маневры, водитель Игорь заявил, что ехал без нарушений. Вы ведь несколько ДТП чуть не совершили, товарищ водитель. Пока ехали, чуть в бордюр не вписались, в машины. Игорь сделал удивленный вид и рассказал, что его задержание – это недоразумение. Я ничего не сделал. Да? А пьяный катаетесь? Нет, я что сделал? Вы пьяный катаетесь? Нет, что я сделал? Вы пьяный катаетесь. Что я сделал? Позже мужчина признался, что в баре он пил отнюдь не томатный сок или воду. Лишены водительского? Да, нет. Сейчас уже. Да. Какой повод-то был у вас? Повод-то какой был? Выпить-то. Да. Суббота или так? Ну что, объясняем лучше. Сотрудники ДПС провели экспертизу, результат оказался более чем внушительным, почти 2,7 промилле. Это значит, что теперь Игорю грозит лишение прав на 1,5 года и штраф 30 тысяч рублей. Также наверняка придется оплачивать услуги эвакуатора. Впрочем, последствия пьяного вождения могли быть гораздо хуже. Сергей Пичугин, место происшествия.